гордыни. Всем привет, с вами Олкин Снайк. Что там у меня с картинкой? Сейчас, секундочку. Спасибо, так. Марио, ты что-то там? Что-то красное пятно сбоку. Да, я все слышал. Встретимся за городом. Встретимся, да. А, вот уже все, наши эти стоят тачки. Так. Еще не отремонтировали, но я думаю, отремонтируют. В рамках амбициозного плана генерала Тиравелла по развитию возобновляемых источников энергии было решено снести отправиться... весь электро. Я хочу тур по пещерам. А, тур по пещерам, я понял. Это летать на этом, на Вингсьюте. Это очень жестко. Подрыв у маньяка. У маяка. Наверное, испытание еще нам рановато. Так, склад повстанцев. Вертолет разблокирован. О, он с пулеметиком. Хорошо. Что еще интересного? О, он предлагает нам отправиться сюда. Рика завоевал любовь народа и привел в ярость Диравелла. Чтобы устроить показательную порку, диктатор атакует город Коста-дель-Порто. Рика и Марио торопятся помешать Диравеллу устроить резню. Это вот с одной стороны. А с другой стороны, остров страдает, может быть... Может, маленькую базу разбомбить? Давайте, может, маленькую базу разбомбим. Тем более, туда надо ехать. Так. Это просто управляемый снос зданий. Нет повода для беспокойства. Ну и еще какой-то... Поехали, короче. Человек только что забрал мой мобильный. Ладно. Осторожно, братиш. О, это потяжелее тачка. О, стоп. БТР. Ребят, я заберу вас, если вы не против. Ну-ка. Ёпть, открой ворота. Все, братан, сейчас поехал. Давайте, караульте пока. Нет, походу это слишком жестко. Ну давай попробуем. Я знаю, что там какой-то город бомбят. Но мы в него, наверное, успеем, мне кажется. Так. Отлично. Извините. Расстрельная команда. Что еще за расстрельная команда? Работа не выполнена, повстанцы погибли. Очень жаль. Ладно, что может быть. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. О, городок. Нет,
Поехали. Немедленно направляю к вам подкрепление. Так, это ладно, блин. Так, люди. Понял вас. Отправляю дополнительные силы. Так, а что за... О, можем по всей спайде крутиться. По своей оси. Вот так это по-нашему. Заправка в хлам. Нет, 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 нет. Нифига себе. Как это жестко. Блин, форталеза. Ну да, я... А, я... Ну я же приехал куда хотел, не? Ух ты. Начинаем поисковую операцию. Найти цель как можно скорее. Ну давай. Ставьте кого-нибудь с усами поскромнее. Так, а полицейский участок-то есть? Вам направляются свежие силы. Уничтожьте цель. И... Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. Блять. Кое-что получше вашей предательской смолы. Ну-ка, давай-ка, где у меня... Пистолет, пулемет. Так, 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 так. Какой мне прицел этот не нравится, красный. Кажется, вертолетик хочет. Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт. Опа! Направляют танки к точке столкновения. Танки? Черт, черт, черт. По максимуму. Уходим наверх. Ожидайте прибытия вертолетов. Так, кажется, у меня потерялся. Ожидайте прибытия вертолетов. Блять, нет, сука, почему я не нажал на... Фух, почему я не нажал на парашют? Кто следующий? Ох ты, блядь, вертолет. Внимание, еще один, направляю что? Танковую поддержку. Так, танковая поддержка. Ха! На вражеском вертолете, нихера себе. Бля. Входим. Красиво, слушай. Вертолетик целится. Так. Хоякс. Ах ты гнида. Даю разрешение на использование элитных частей. Ожидайте прибытия. На тебе двоих сразу. Не-не-не-не. Где там... Порталеза, а чё, блядь, ты чё быкует, смотри. Визуальный контакт потерян. Я на танке. Всем рассредоточиться и начать поиск. Стоять! Где эта гнида? Блядь, целится, сука. Подожди. Я сейчас в Форталезе. Полицейский участок, агитационный, динамик, поднять флаг. Рекламный щит.
полицейский участок. Надо просто рвать полицейский участок, мне кажется. Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. Так, рекламный щит. Есть там кто-нибудь живой? Проклятие. Запрашиваю подкрепление. Обнаружены повстанцы. Немедленно направиться по этим координатам. Форталяза, это же я вот еще здесь, в ней. Есть контакт. А, вот, все. Форталяза еще... Еще же щит, щиты здесь, и город-то здоровый. Так, ну давай на полицейский участок. Это я в деревне, кажется, сражался. Пулемет у него нет. Так, где-то агитационная станция. Так, а, я упал же с вертолета, я все понял. Потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. Этот мертв. Так, я все понимаю, только. Куда-то ушел туда. Снаряд. Так, ну мне нужен. Угомонись. Я влезаю, солдаты, короче. Солдаты направлены к вам. Держитесь. Ну же. Подымаем. Поднимаем и ждем повстанцев. Все, я понял. Так, теперь... Подкрепление в пути. Вон она, вышка. Блин, город-то здоровый. Начинаем поисковую операцию. Найти цель как можно скорее. Давай. Так. Повстанцев один из двух. Вызваны повстанцы. Надо. Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. Это еще что такое? Ничего не говорите. Подожди, машина ехала. Что, генерал, так, один есть. Так, открыл полицейский участок. Это уже не ко мне. Агит-плакат, а вот. Да, убираем вышку. Обнаружен враг. Всем бойцам направиться по этим координатам. Бля, машина ездит. Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт. Надо агитационную машину ликвидировать. Всем агит-машина и один техника. Щит. Принять все необходимые меры. Щиток, щиток, щиток. Давай посмотрим. А, вот он. С правой стороны внизу. Прям с на... Так, направо, если повернуться. Вот там будет щит. Так, давай, пока повстанцы там нагнетают. А, вон он, щит. Есть контакт. Рико, мы обнаружили изменника. За ним направляется лимузин. О,
только газелька, блядь. Нет гранат. Так, как бы мне ее... Наверное, еще... Да. Агитационный фургон. Теперь быстро рвем за флагом. Цель не найдена. Отыщите его. Флаг, 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 флаг. Визуальный Вон. Контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. У него пушка. Здравствуйте, бабушка. У нас здесь смертоубийство. Головой, ну лоб. Толоконный лоб. Блядь, строителя замесил. Всем свободным бойцам направиться по координатам. Повторяю. Всем бойцам направиться по координатам. Прощай. Форталеза за нас. Вива ля форталеза. Пока воевал, целый кальян скурил. Так, отлично. Подрыв 4/4. Разблокировано новое испытание. А, ну это я понял. Тем не менее, наверное, есть смысл типа по сценарию, а то мы совсем это. А то уж мы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, вылазь. Все равно не умеешь рулить. Смотри, как надо. Фантастика. Да, нам фантастика. Что ну чё? Что Рико выбил силы а, МТС мы же едем. Ёпта, слава революции, друзья. Как они? Я понимаю, почему тетка не могла управлять. Не, нахуй. Сама рули. У меня танк есть. Смотрим карту. Карта. Вот карта. Один поселочек я освободил. Куда я поехал? Блин, далековато, что-то я поехал. Мне кажется, надо поехать куда-то. Ну, хотя мне он предлагает отработать. О, Сорос. А Сорос что мы? А, Сорос мы... О, смотри, Сорос-то синенький. Мне кажется, надо начинать вот с этой стороны карты. Ёпты, 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 ёпты. Ёпти, 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 как много. Надо ехать сюда. Установить пункт маршрута. Ну и все. По сценарию поедем. Три, шесть километра. Ну, надеюсь... Да, все же, повстанцы приехали. Готовила вот такие штуки. Они заряжаются во время разгона машины, а потом взрываются. Не знаю, задуманы ли, но ведь их можно использовать против армии Диравелла. Хочешь попробовать? Так, если я спущусь прямо вниз... Не к добру, наверное, да, спуск? Я притормаживаю. Колесный танк. Я притормаживаю. Я торможу. Должен выжить. О, отлично, просто круто. Да, переправиться бы на танке, конечно. Торможу, торможу. Торможу, торможу. Переправиться бы на танке куда-нибудь туда, на самую... к месту задания. Ой, как тяжело, блядь. Так, тут очень аккуратно надо. Но вниз-то я спущусь. Наверх уже не подняться. Или на побережье можно.
Нихера внедорожник. Сегодня, блядь, не шевенива. А вот это уже все пизда. Я прыгаю. Это лучшее, что я сделал за день. Бля, хорош танк, прощай. Ты прям был моим другом. Практически. О, какая. Какая пещера. Пещера. Какая глубокая пещера. Как-то надо из него выбираться. Под водой рыб нет агрессивных. О. Так, давай. О, нормально. Нет, слушай, кислорода не хватает. Да брось ты нахер этот парашют, блин. Да ёб. Во. Так, двигаемся в сторону миссии «Ужасная реакция», которую этот отвратительный диктатор хочет наказать несчастных жителей. Не знаю, в этой серии мы успеем добраться или нет. Надо на дорогу выходить, садиться в транспорт. Мне нужна твоя одежда и мотоцикл. Так, старичка, ты не выезжай на двойную сплошную. Вот наш полоса. Ладно, тут. Блять! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля. Я успел выбежать. Ну, что, по природе. А, там еще дорожка. Ну-ка. Ой, прикольно. О! Че это у меня прямо он? Рожей прямо вот уперся. Непотопляемый ты наш. Хорошо. Так, что там насчет этого? Так, скорость, конечно, не очень. Удерживайте мышь 2, убрать оружие в кобуру. Хорошо. Смотрите, какое море, ёп. Офигеть. Не, что-что, а природа, конечно, здесь. Смотрите, море, во, волна, во, вообще чётко. Я не играл в GTA 5, или как она там? Ну, смотри, здесь смена дня и ночи есть. Сирокко Норд. Полкилометра. И, кстати, это вражеский поселок. Ебать, хоть раз с одного транспорта слезу по-человечески. Мы добываем Баварию. Мы подчиним его своей. Нагадит, что ли? Вот смотрю на тебя, и сразу в бой хочется. Привет, слава, как тебя звать? Пройдет по синим водам.
Все, я пришел, гай. Подонок. Так. Я прибыл. Ух ты. Смотри, что я нашел. Доплеровский радар. Это что я такое громлю сейчас? Назад в каменный век. Пацаны стоят, смотрят. Так, и что я там уничтожил? Ой, как классно. Ебать, лепышка. Уходим. Отлично. Фух, исчезло. Все? Цвет поменяли. Футболки переодели. И теперь это поселение уже за нами, да? Маленькое, но приятное. Ну что, давайте тогда начать миссию. Не думаю, что я ее прям пройду сейчас, но если вдруг, то хорошо, а если не успеем... О, мультик, ну давайте посмотрим. Сыр с говном. Нормально. Столько лет ушло на создание. Можно было ожидать, что мы не удержим Манею. Я захотел жрать. Глядя на этого, черт возьми, подонка. Толсторылого. Что-то хочется схавать. Блин, бутерброд, что ли? Потеря Вис-Электора. Ее нельзя оставлять безнаказанной. Сейчас итальянца завалит. Верно. Рико Родригес вернулся, рожденный пламенем, из которого поднялась моя власть. Нормально. Скоро весь мир узнает, на что я способен. Диктатор. Рико дает мне возможность это показать. Но нужен стимул. Рико — это наш главный герой, кто не понял. Город Коста дель Порто. Сжечь его! А когда он явится, чтобы защитить людишек? Так. Убить его друга. Убить его друга. На каждое действие последует решительный ответ. И пылающие угли революции рассыплются в пепел. Так было... И так будет всегда. Использовать танки. Отсолочь. От гнида. Бля. Я тоже такое хочу. Где у него аэродром, мне интересно. Смотреть. Короче, их надо наказать. Ты... Это все из-за тебя. Вы стреляете, играете в войнушку. Мы делаем то, что должны. У меня не было выбора. Но я не забуду. Танки мои. Давай в город, Марио. Мы их тебе подадим на тарелочке. Давай, давай. Танк, танк мне давай. Мне танк только нужен. Рико, разберись с танками. Я направляюсь в город. Так, разберись с танками. Чаровелла за это ответит.
Так, танки. Где они? А, вот они. Уничтожить танк. Давай. Но мне кажется, танки лучше уничтожать с помощью танков. Так. Тем более здесь есть пулемет. Так, приехали. Так. Гранатометчик был. Так, танк, а вон еще один. Лучше. А ну как вам крупнокалиберный? Стой, стой, пожалуйста. Наслаждайся. Да. Склепом. А вы видели гранатометчика, да? Я видел. Так, у нас что там? Щиток. Громкоговоритель. Бля. Ребята стреляют из кто-то. Вертолетик ли? Уничтожь эти танки! Я же уничтожил вроде. И вылезать. Так, давай, что здесь происходит? Прошу подкрепление! Прошу подкрепление! Так, а что это, бочка, ёпта? Бочка есть! Но солдат Деравелла слишком много. Не думаю, что кто-то выжил, Рико. И что надо? А вот повстанцы. А вот статуя. Эвакуаторы ждут у Сириллы. Это все? Уведи отсюда, Марио. Я вас прикрою. О, у меня нету патронов. Цель уходит. Догоняем! Черт! Подкрепление! Гони! Давай, давай! Так. О, как летит человечек. Нахер. Приготовься. Бля. Есть контакт.
Фу. Сука, снайпер. Гнида, блядь. Есть контакт. Заодно щит уничтожим. Так, что надо-то? Ушел, вертолетик ушел. Не дошел, отлично. О-хо-хо-хо! Я очень надеюсь, что вы умеете рулить. О, чувак. Патронов нет. Пиздюк, блядь. Коста дель Порто. Диравелу нам за это ответит, Рико. Снова они. Почти на месте. Не подпускай их к нам. Оружием мы займемся, а ты думай о дороге. Есть. Поехали. Отлично, танк. Они повсюду. Да ебать. Ой. Надо догнать тачку. Надо догнать тачку. Ебать, как быстро едут. Бля, пожалуйста. О, что это было? Мы успели или нет? Фух. Куда мы ехали, вообще не пойму. А, нет, успели. Это в рубашке с дробовиком. Ну, а я чё? А я-то где? Фух. Миссия выполнена. Рико, меня слышишь, Амбре? У меня тут проблемы. Большие проблемы. Может, заглянешь? Я передам координаты. Постарайся просто. Сменит оружие. Так. Два рекламных щита. Вышка. Обнаружен враг. Всем бойцам направиться по координатам. Допустим. Начинаем поисковую операцию. Найти цель как можно скорее. Входи, пожалуйста, бля, ну пиздюк, блядь. Цель скрылась. Приказываю восстановить. Так, нанесите ущерб. Вызов повстанцев. Я понял, как вызвать повстанцев, кстати. Наши ребята с дробовиками. Говорит центр. Цель не найдена. Отыщите его. Так, 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 так. Беру, беру, беру. Ну а нанести ущерб.
стреляй. Блядь, постреляй. Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. Так. Кажется, еще одни ворота должны быть, да? Я же все вроде... Все вроде замутил уже. Так. Что надо сделать-то? Полицейский участок и поднять флаг, я понял. Так, один здесь есть. Готов, Ченка. Ну. Подожди, я сюда зашел. Запузырил. Где-то еще тут что-то есть. Но что? Понять не могу. Может, я не вижу просто. Ворота открыл. Полицейский участок. Так, а что надо, чтобы доработать-то его? Может быть нажать на кнопку вызов повстанцев? Дверь нельзя открыть. Отсюда, видимо. Выбегают боты. Ребята, я не понимаю, что надо делать-то? Так, ворота открыты. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Флаг, ну флаг-то. Флаг еще рано поднимать. Блин, ну что за дела? А, нанести ущерб. Все, я понял. Цель покинула область. И ущерб. Еще чуть-чуть надо ущерба нанести. Нет. Садить бабку в свою ржавую машину. Ущерб. Где-то здесь какие-то должны быть. То ли бочки, то ли что. А, во! Да! Да. Ай, отпусти. Назад, бабка. А, выходим. Поднимаем флаг, и эта деревенька наша. Во. Мы при помощи таких гонок обучаем.
обучаем наших пилотов. Фух. Попробуй. Твои успехи мотивируют остальных. Мрачно. Так, ну что ж, город освобожден. Полет Аквила. Одно из пяти освобождено. Все. Ладно, давайте на этом закончим серию. Ставим лайки, пишем комменты, как говорится. И всем пока!